Под Тверью заработало предприятие по производству кофе. Компания Milfoods, которая развивает кофе-обжарочное производство в Тверской области, начала выпуск кофе «Поэти». С экскурсией на заводе побывала наш корреспондент Наталья Чекет. Стройными рядами по конвейеру проезжают пачки с готовой продукцией. Уже совсем скоро они появятся на полках тверских магазинов. Первым после открытия с ленты сошел кофейный бленд «Поэти Дели Классик Крема» в килограммовой пачке. Сегодня у нас также исторический день. Началось производство нашей премиальной линейки «Поэти Легенда». «Поэти Легенда Оригинал» – это первый бленд, который из этой линейки поступит в продажу. Вкусовые характеристики очень высокие, разнообразные. Каждый может внутри этой линейки найти что-то для себя. Напомним, что компания Milfoods пришла на смену Паули Круз. В мае эта финская компания продала свой бизнес в России. Новый собственник предприятия полностью сохранил коллектив завода. Это порядка 100 сотрудников. Они также продолжают нас радовать, да, своими как бы уже накопленным опытом за 10 лет и создавать уже на основе этого опыта продукты, опираясь на свой опыт. И это здорово, да, то есть мы, конечно, у нас первое, самое главное, для чего мы здесь работаем, да, это чтобы наш потребитель всегда был доволен, рад и наслаждался любимым кофе. Для обеспечения выпуска высококачественной продукции на заводе используют современное оборудование и технологии. Весь процесс автоматизирован, но вкус и аромат проверяют люди. В лаборатории специалисты пробуют до 150 партий свежеобжаренного кофе в день. На данный момент мы попробуем кофе, который хотим одобрить для производства, и страна произрастания его – Гондурас. Пробуем его вот таким вот образом, то есть у нас команда каперов, переливаем в ложечку для асептики и хлюпаем. Хороший баланс, мягкость и легкая кислинка, а также немного ореховость, что характерно для Гондураса. Зеленый кофе на завод поступает напрямую от производителей зерна из более чем 10 стран произрастания. В дальнейшем компания планирует расширить линейку производимой продукции. Речь идет о капсульном и растворимом кофе. В настоящее время ведется работа по так называемый бизнес-кейс. Да? То есть мы понимаем объемы, рассчитываем инвестиции, необходимые нам сделать в оборудование, и сроки запуска у нас уже ориентировочно есть. То есть мы рассчитываем в следующем году уже с этими линейками выходить на рынок. На минувшей неделе производство посетил губернатор Тверской области. Главе региона показали цеха и лабораторию по контролю за качеством продукции. По итогам посещения в книге почетных гостей Игорь Руденя написал: «Наилучшие пожелания в развитии производства кофе».